Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые! Сегодня хочу показать вам, что можно купить себе любимой на начало учебного года или на начало простого года, или к любому празднику. Стоит мало, зато порадует. Вот такую прелесть я увидела в магазине. Честно признаюсь, что это не мое, это не мне. Мне это очень понравилось, поэтому я решила вам показать. Вот такая маленькая хорошая штучка. Стоит примерно 2 доллара. Вот так раскрывается. И там получается маленькое отделение для карандашиков. Посмотрим, где же у нас это продается. Футляр на молнии. Made in China. Многие могут заказать это и сразу в Чине. Например, на AliExpress. Просто это такая необыкновенная красота. Это такая хорошая ткань. Невозможно посмотреть, какая она изнутри. Такой хорошенький золотой замочек. Все очень аккуратненько сшито. Очень аккуратненький замочек. Я это покупала в торговом магазине Корона. Вернее, не я, но в торговом магазине Корона в городе Минске, в Беларуси. Почитаем, что тут пенал 20 сантиметров. Страна происхождения Китай. Кому надо, заказывайте. А, это Корона сразу и привозила, Табак Инвест. О, Табак Инвест, это и есть Корона. А еще к этому пенсил кейсу. Смотрите по цвету, какие прекрасные карандаши. Я пытаюсь включить свет, чтобы вам было все видно. Не знаю, стало виднее или не стало. Хочется сделать лучше. По-моему, получается, как всегда. Эти прекрасные карандашики. Ballpoint Paints. Шариковые ручки. Страна происхождения тоже Китай. Китай. Импортер тоже Табак Инвест. Вот какие молодцы. Мы возьмем это аккуратненько, вскроем. И посмотрим, какие же эти ручки внутри. Самое главное, себя любимую баловать. И этими ручками записывать свои любимые книжечки с утра. 3 любимых, или даже 5, за что себе любимый сегодня нужно сделать. А вечером нужно писать 5 дел, за что себе любимую нужно поблагодарить. Для того, чтобы формировалось позитивное отношение к себе. Ай-яй-яй-яй. Не вылазит. Зацепилась. Вот вышло. Посмотрите, какая красота. И посмотрите, как она приятно подходит именно к этой, именно к этому кейсу. Как это называется? Футлярчику. Пенальчику. А теперь мы посмотрим, как они пишут. Откроем красивую страничку. Такой розовой тетрадочки. И возьмем такую ручечку. С золотой. Вся в золоте. А тут тропические какие-то. Какие-то тропические эти самые рисунки. И тут тропический рисунок. А тут что? Тут.
Вот тут, 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 тут. Какие-то цветочки. Сейчас попробуем с вами порисовать. О, тугие. О, какая прелесть. Тут золотая пипочка. И тут золотая пипочка. И тут золотая пипочка. И тут золотая крышечка. Золотым девочкам это очень даже подходит. Как же она пишет? Пишет черным цветом. Но я думала, что она будет синяя. Довольно тоненько. И хорошо. Так, возьмем следующую. Следующая тоже черненькая. И тоже золотая. Возьмем следующую. Открываем. Так, золотая, золотая. Черненькая. Давайте попробуем, они у нас разборные или нет. О, они даже разборные. Прелесть. Значит, можно будет поменять стерженечек. Это тоже, тоже очень удобно. Например, тому, кто пишет много, а такие красивые ручечки останутся. Так, на камеру трудно попасть. А давайте посмотрим, там было написано, что они черные. Или все-таки я надеялась, что они синие? Шариковая ручка. Шариковая ручка. Не написано, что она синяя. Я думала, что они будут черные. И вот. Мои любимые девочки. Мои любимые девушки. Покупайте себе такую красоту. Балуйте себя любимого. И я вам даже в конце прочитаю стихотворение. Очень-очень красивое. За окном заря красно-желтая, не для крика пишу, для вышептывания. Самому себе, себе самому, самому себе больше некому. Вновь душа стонет, душа не лжет, положу бинты, где сильнее жжет. Поперек души положу бинты, хлеба попрошу, попрошу воды. Вздрогну, посмеюсь над самим собой. Может, боль уйдет, может, стихнет боль, а душа дрожит, обожженная. Ах, какая жизнь протяженная! И вот, чтобы жить было веселее, самому себе любимой, любимому, самому себе любимому, ну, вряд ли мужчины себе это купят, можно купить такую красоту. Или кто-нибудь может купить своей любимой. А, кстати, стихи я прочитала. Вот в такой книжечке «Стихи о любви». Роберт Рождественский. Позвони мне, позвони. А у вас есть такая книжка? А давайте с вами погадаем, что день грядущий нам завтра готовит. Или сегодня? Что сегодня? Прет весенних недель орда. Все будильники мира гряньте и замолкните навсегда лишним криком. Эпохи скомкана, смята грохотом календаря. Да отсохнет язык у колокола, если он трезвонит зря. Что-то странное, когда выжил. Что я, что это я, да что я? В воспаленном то или не то? Выбрал самое распростертое, прощепило, глупило то. Расплываясь в слезливом трансе, вопли конченый не берет. Вы орите, а я наорался на десяток годов вперед. Ну вот это точно. Дальше нужно радоваться жизни. И жизнь прекрасна и удивительна. И я вам этого же и желаю.